Пионеры и Yamaha стараются, конечно, поддерживать свои стереолинейки. Но основные новинки – это все те же маленькие Bluetooth колоночки. Вот что сейчас побеждает. Вот в этой штуке, по сути дела, вообще ничего нет. Четыре кнопки. Ну, я надеюсь, что два динамика. По протоколу APTX по Bluetooth вы можете подсоединить свой мобильный телефон. Поскольку вся музыка у нормального человека сейчас только в мобильном телефоне, то больше ему ничего не нужно. А вот эта штука поместится в наших скромных городских квартирах, друзья. Выбрасывайте колонки ваши большие. Давайте маленькие в дополнение к мобильному телефону. Вот она, правда, TX.